Привет! Вы на канале Airsoft Rus, и сегодня мы поговорим про работу с укрытиями. При игре в страйкбол для повышения нашей собственной эффективности мы так или иначе используем различные укрытия. Элементы ландшафта, стены, предметы интерьера, если они где-то остались, или и вовсе фанерные щиты, укрывая за ними и ведя из-за них огонь. Это позволяет нам использовать разные тактики боя и не выходить лоб в лоб на своего противника, рискуя тем самым сразу отправиться в мертвяк. Но так или иначе, много игроков используют укрытие неправильно, тем самым подвергают себя дополнительной опасности. Поэтому в этом ролике мы расскажем, как же использовать укрытие более рационально, так чтобы они действительно вас защищали и служили надежной опорой. Самая первая ошибка, которую мы разберем, это неправильная работа от угла либо в дверных проемах. Дело в том, что подавляющее большинство игроков, когда подходят к углу и хотят стрелять из-за него, высовывают свой ствол дальше за габарит самого угла. Происходит это следующим образом, и это в корне неправильно, сразу по нескольким причинам. Во-первых, вы не можете оперативно спрятаться за угол, если вам это понадобится. Почему? Ваше оружие слишком сильно выставлено вперед, также ваши ноги находятся на самом углу, поэтому, если вам нужно будет быстро спрятаться за стену, вы не можете просто сделать шаг назад. Вы будете банально биться оружием об эту самую стену, поэтому вам придется сначала оружие либо опустить, либо поднять, после чего сделать шаг назад. А еще при таком положении вы становитесь простой мишенью для противника, потому что практически пол вашего тела находится в его распоряжении, и он может в него стрелять. Здесь получается логичный вопрос. Если высовывать оружие за угол неправильно, то как же нужно делать? Все просто. Вы становитесь за углом и наклоняетесь вперед. Тем самым вы досматриваете угол, но одновременно с этим у вас торчит только пол лица и ваша рука, которой вы держите оружие. А также, если вам нужно спрятаться за стену, вы просто отклоняетесь назад, сразу же оказываясь за укрытием. При таком варианте работы с углами вы оказываетесь достаточно хорошо защищены и также быстро можете отступить в случае необходимости. Обучиться данному приему совсем не сложно, просто потренируйте его, и у вас все получится. Подходите к углу, наклоняетесь, и вы готовы стрелять. Ноги находятся за укрытием, ваше тело находится за укрытием, и крайне маленький профиль вашего лица с рукой выступает за его пределы. Говоря про работу с укрытиями, нельзя не упомянуть про локоть, твой собственный локоть. Многие игроки, работая из-за угла, оттопыривают эту часть тела так, что кажется, что собираются взлететь. И здесь есть важный нюанс. Локоть поднимать вообще нет никакой необходимости. Неважно, как ты его поставишь, так, или вообще заберешь вот так. Качество и результат твоей стрельбы от этого не поменяются. А вот противнику будет по тебе гораздо проще попасть, когда ты выставляешь его из-за угла. Прижимая же его к себе, ты уменьшаешь площадь, по которой противник может стрелять, тем самым обезопасивая себя от лишних шаров. Вообще, надо сказать, что привычка прижимать локоть при стрельбе – это очень полезная вещь, и лучше бы заранее начать ее тренировать, чтобы никогда его не оттопыривать. Двигаясь по узкому или не очень узкому коридору, никогда не прижимайся вплотную к стене. Некоторые игроки почему-то любят, прям-таки облизывать своим телом стены, двигаясь вплотную к ним. Это в корне неправильно. Во-первых, ты уменьшаешь свое же пространство для маневра. Поэтому, если вдруг пойдет огонь, единственное, куда ты сможешь прижаться, это к противоположной стороне. А эта стена для тебя уже оказывается закрыта. Также тебе будет банально не особо удобно продвигаться, если ты будешь тереть стену собой же. Зажимаясь в узком пространстве, тебе будет тяжелее работать с оружием, тяжелее переносить оружие и реагировать на выскакивающих врагов. А вот если у тебя будет хотя бы 20 см от стены, таких проблем у тебя не возникнет. Поэтому, если ты продвигаешься по коридору, продвигайся не вплотную, а с небольшим отступом. Это позволит тебе легче маневрировать и быть гораздо эффективнее. Не все укрытия в твоей жизни будут сделаны человеком. Иногда придется укрываться за деревьями или в траве, особенно если вы играете в лесу. Так вот, многие игроки считают, что для того, чтобы успешно скрыться от врага, достаточно просто присесть. Вот только одна проблема. Дело в том, что присев, ты не получишь полноценную защиту. Верхушки травы отлично пробиваются шариками. И, скорее всего, тебя подстрелят и отправят мертвяк. Поэтому, если ты хочешь действительно полную защиту, ложись. Не бойся испачкать свою снарягу или самого себя. Так ты, по крайней мере, останешься жив и научишься действовать гораздо более эффективно. Ну а к тому же лежа можно хорошенько отдохнуть, пока у тебя над головой летают шары. Что тоже отлично. Если ты собрался спрятаться за деревом, то помни, это не самое лучшее укрытие. Тебя будет очень легко обойти. Как только противник сместится в одну или в другую сторону, ты сразу станешь для него легкой мишенью. Поэтому, если ты вынужденно должен укрываться за чем-то таким,
то помни, нужно быстро перемещаться, не давая противнику обойти тебя по флангу и убить. Периодически тебе будут встречаться укрытия, которые не будут защищать тебя с головой, а максимум по пояс. Для примера, это машина. И хотя в реалиях страйкбола стрельба из-за машины это явление крайне редкое, для примера она все равно подойдет. Прячась за низким укрытием, нужно следить, чтобы твоя голова не выступала за ее пределы. Потому что бывает достаточно сложно сообразить, торгуешь ты своей головой для противника или же она все-таки скрыта. Поэтому лучше следи за этим и прижимай голову пониже. Следующий момент – это ведение боя из-за таких укрытий. Большинство игроков выглядывают сверху. Вот таким вот образом. Однако это не совсем правильно, хоть и тоже имеет место быть. Дело в том, что когда вы высовываете голову, она становится отличной мишенью для того, чтобы в нее стрелять. И противник будет ждать вас именно сверху, ожидая, что вы подниметесь из-за низкого укрытия. Поэтому гораздо более эффективно вести огонь сбоку от таких укрытий. Таким образом, во-первых, у вас будет элемент неожиданности, а во-вторых, станете менее уязвимыми для противника. Если вам приходится двигаться по пустой местности, где ни с одной, ни с другой стороны нету никаких укрытий, то стоит сместиться в тот край, где эти укрытия так и найдутся. Дело в том, что на пустой местности вы очень уязвимы. И если по вам откроют огонь, вам банально будет некуда прятаться. Поэтому, если уж здесь укрытия нету, то смещаемся в ту сторону, где это самое укрытие у вас будет. Ну, вот отсюда прыгнуть в траву и в кусты уже видится мне вполне хорошей идеей. По крайней мере, я успею это сделать, если внезапно из какой-нибудь засады противник откроет огонь. А находясь на пустом пространстве, у тебя нет выбора, кроме как бежать вперед и надеяться, что по тебе не попадут. Укрытие – это, конечно, хорошо, но это далеко не единственный навык, который нужен тебе в страйкболе. Поэтому обязательно подписывайся на наш канал и смотри другие ролики на нем. А также не забудь поставить колокольчик, чтобы посмотреть все видео первым. До скорых встреч, пока!